Друзья, доброе утро. Вчера я начала, а сегодня завершила одну классную картину, именно поэтому вчера уже не было других видео. Просто потому что, ну, вообще заняла она у нас чуть ли не 2 часа в 2 захода. Сейчас я вам покажу. Это вот к финалу лета вот такую вот девочку с подсолнушками, все как обещала. Сразу заанонсирую, что кроме вот этих подсолнухов в платном видео, я сделаю следующий эфир, следующую пятницу, тоже с рисованием подсолнуха или подсолнечного букета какого-то, я даже не знаю, еще думаю, да, но точно будут подсолнухи в каком-то формате. Ну, а здесь девочка, руки, вот эти все дела, небо, вот это вот все. Это будет отдельный урок, как вы уже поняли, это из серии наших платных видеоуроков по доступной отдельной ссылке. И в этот раз он будет стоить $15, просто потому что это двойной урок, он даже из 2 отдельных частей, я уже первую заливаю, а вторую смонтировала. Вот, так что финал лета и сентябрь, самое время для этой картины, я не знаю, она для меня даже такая, знаешь, мне кажется, она машет рукой «прощай, лето», хотя радостно эти слова произнести нельзя. Я очень люблю эту картину, у нас уже был когда-то мастер-класс живой, он прошел на ура, и мы рисовали ее маслом, эта версия у меня акрилом. И вы можете нарисовать акрилом, маслом, гуашью на бумаге, на холсте, на картоне, да, на всем вот, ну, как бы, в этой же технике, в которой я показываю здесь, можно любыми другими материалами на других материалах. Кисточки две, ну, в общем, все как всегда, да, только чуть-чуть дольше, сложнее, и нужно будет потрудиться. Размер холста у меня 3, вы можете брать любой. Вот такая вот картина. По анонсам следующего пятничного прямого эфира с подсолнушком я сделаю там ссылочку, в общем, тоже в соцсетях найдете. По этому видео пишите, я напишу куда, да, оплачиваете, присылаете мне чек, я вам присылаю ссылочку. К вечеру, я думаю, уже оба видео будут готовы. А к обеду будет готова первая часть. Все, ребятушки, так вот.